Так, привет, покажу вот такие пульты на 201.5 новые. Видим 100%, 8, 60, 40, 20, 10. Покажу, как пользоваться, включаю нагрузку. Вот сейчас. То есть вот сейчас счетчик в честном режиме считает. То есть, чтобы включить активацию микросхемы управления, вот нажимаем, оп, все, она включилась. На какой стояла процентовки, на той включается. Вот 100% это 100% остановка. Вот нажали, видим, все, стоит, не моргает. 80% это 20 учета, 8 с не учета. Вот видим, нет, промаргивает. 20 не учета, 8 с учета. Еще можно вот регулировать плюс, то есть добавляешь проценты. Вот сейчас стоял на 20, сделаем 30, к примеру. Вот нажимаем плюсик, вот тут загорается, видим, индикатор. И, естественно, лампочка примедляется. То есть можно отрегулировать плюсом-минусом, больше-меньше. Оп, нажали, все, честный режим. В общем, вот так.